Ну что, с вами очередная встреча. Вот, философия компании, актуальные новости проекта. Вот, меня зовут Олег Тарасов, я являюсь инвестором, партнером компании, региональным спикером. Вот, ну, надеюсь, что мой мастер станет экспертом и далее топ-экспертом, к чему, в принципе, я сам стремлюсь. И мои сестры, как вы знаете, которые пришли по моей рекомендации, вот сейчас активно развивают в Латинской Америке, они уже стали экспертами. И Оля вот находится буквально в шаге от топ-эксперта, с чем, конечно, я ее буду поздравлять и, конечно же, очень горжусь. Вот. Ну, в общем, мы начинаем. Как вы знаете, философия компании, что транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. Анатолий Эдуардович Юницкий это действительно уже показал, проявил. Все, кто были у нас в Мариной горке, кто были в Шарже, вот, убедились. Это очень действительно замечательный транспорт, никуда не надо залазить. У кого клаустрофобия, там, допустим, в метро, да, или там где-то кто-то боится каких-то завалов, здесь вы как птица парите. Притом условия замечательные, дышится хорошо, потому что система кондиционирования работает. Вот. Вид прекрасный, наблюдаете все как за всем с высоты, скажем так, птичьего полета. Да? Вот. И при этом вы движетесь и знаете, что никто не сможет вас, скажем так, вас врезаться и так далее, потому что вы находитесь на втором уровне. Действительно, это замечательный транспорт. Я в него очень влюблен. Благодарю тех людей, которые меня когда-то пригласили сюда. Это Виктория Буль, вот, Царство ей Небесное. И, скажем так, потом, конечно же, очень много работы, информации дал Алексей Нумович. И за это, конечно же, большая благодарность, потому что благодаря вот таким вот спокойным, размеренным, скажем так, объяснением, мы сейчас вместе вот с моими сестрами развиваем бизнес Латинской Америки. И, конечно же, это, как я говорил, приносит большие плоды. И я очень горжусь, что действительно эта веточка стала так активно расти и развиваться. Вот. Наш транспорт безопасный, доступный, адаптивный, экологичный и энергоэффективный. Я накопал несколько статей, вот, которые сейчас у нас выходят на тоже, скажем так, на сайтах нашей же компании, только которые, допустим, активно ее продвигает Олег Зарецкий. Вот, и в частности, там в частности, есть, скажем так, эта информация на UST. Вот, .com, поэтому вы можете сами посмотреть, более внимательно почитать. Но я немножко расширил, посмотрел, что и как действительно происходит на этом рынке. Вот, и немножко вам расскажу. Статья называется «Почему решение UST наиболее перспективно на новых из новых транспортных технологий?» Как вы знаете, что еще Форд, Генри Форд в 1940 году сказал, что будет идея рано или поздно совместить самолет и автомобиль. И действительно, она, эта идея становится реализованной. В частности, уже несколько было таких продемонстрировано автомобилей летающих. Да, это и в Японии, и в Арабских Эмиратах, в Южной Корее. Вот, и поэтому, в частности, в Дубае в 2022 году был представлен вот такой первый китайский электрический летающий автомобиль Xpeng X2. Вот. И как заявляли там, ну, в общем, сейчас пока не знаю, потому что разные есть мнения, где-то пишут в 2024 году, где-то в 2026 году. Вот. Но, в общем, запуск планируется в серию в 2024 году в данной статье. Ну, действительно, красивый вид получается, да, но данный автомобиль, когда демонстрировался, он был без пассажиров. То есть его есть видео, когда он там летает, его все снимают, но оказалось, что он был без, скажем так, без пассажиров. Ну и в частности, он, как вы видите, тоже беспилотный автомобиль для двух человек. Вот такой автомобиль есть. Далее в Японии, опять-таки, меня удивило, что в Японии тоже был продемонстрирован такое аэротакси, уже
именно с двумя пассажирами на борту, да, вот, и опять-таки это оказалось воздушное судно китайское. Представляете, как китайцы вот смеялись над ними, да, теперь действительно посмотрите, что они демонстрируют в Арабских Эмиратах китайских, в Японии китайский, вот, он поднялся, данный аппарат поднялся на высоту 30 метров, перевез двух пассажиров, вот, и успешно, в общем-то, закончил свои испытания, ну, вот такой вот вид имеет. Дальше, значит, в Южной Корее демонстрируется вот такой уже, он тоже есть, он уже летает, вот такой вот, скажем так, похож больше даже на такой вертолет или дрон, который вот сейчас снимают, да, вот. И он тоже демонстрировался и в Арабских Эмиратах, вот в Южной Корее, так называемая компания SK Telecom, да, и они сотрудничают с американской компанией, вот, Joby Aviation. И данная компания вот тоже демонстрирует, что именно уже где-то в середине 2025 года они собираются уже коммерциализировать данный проект. Ну и по тем же прогнозам, что говорят, что действительно это направление очень востребовано, потому что пробки не дают никому жить и так далее. И поэтому вот по прогнозам данных компаний к 2050 году во всем мире планируется использовать около 160 тысяч беспилотных электрических дронов. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Надеюсь, что мы с вами доживем до этого времени и посмотрим, как же будет развиваться данный рынок. Но в частности, уже есть сейчас такие, скажем так, аналитические компании. Вот одна из них называется Deloitte. Вот у них такие вот слоган такой, тот самый, такая эмблема вот у них на сайте есть. Видите, летающий такой, скажем так, автомобиль. Вот, и они проанализировали. Вот, и в частности выяснили, что 5 основных причин, которые уже необходимо решать перед запуском воздушного транспорта, это снижение уровня шума. То есть, в принципе, если, конечно, если будут летать, вы знаете, мы все с вами привыкли уже, скажем так, к двигателю автомобиля, даже сейчас вот эти электроавтомобили, которые не двигаются, но в частности вот эти вот, скажем так, двигатели, которые поднимают автомобиль вверх, вентиляторы, вот эти вот пропеллеры, вот, либо какие-то другие будут, но сейчас пока пропеллерные, да, используются в большинстве, вот, то уровень шума, конечно, будет явно повышен, тем более, если это один пролетит, как бы там подняли голову и посмотрели, если же это будет такое же движение, как вот в пятом элементе, как я вам представил, да, вы помните этот ужас, когда там все это летало, прыгало все, в общем-то, тоже Брюс Уиллис, герой Брюса Уиллиса тоже там маневрировал на разных уровнях, поэтому вот, скажем так, это шумно. Дальше, потом это оптимизация энергоэффективности, потому что действительно пока еще не решено все-таки, как же это будет энергоэффективно, либо не, где, если действительно в частности вдруг разрядится, в частности, да, то есть тут уже, скажем так, пиши пропало, и где он будет падать, непонятно. Дальше, усовершенствование системы предупреждения столкновений. Действительно, что если на дороге все-таки идет сцепка с дорогой, да, то в данном случае, как я опять-таки говорю, непонятно, на каком уровне ты летишь, непонятно, как, вы знаете, для самолетов есть определенные службы, которые ведут по определенному маршруту, да, вот, ну и то случается столкновение, как вот над Баденским озером в свое время случилось, значит, в Швейцарии, да, столкнулось два самолета, даже фильм сняли такой очень тяжелый фильм, вот, и, в общем-то, это привело тоже и к трагедиям, погибли люди, потом это еще развитие пошло дальше, но, в общем, очень все это сложно. Ну и дальше, отсутствие надежной системы коммуникации в воздухе, ну вот о чем мы и говорим, да, то есть кто-то говорит на русском, кто-то на китайском, кто-то на английском, естественно, все, вот, но, опять-таки, можно не понять друг друга, и времени там особо на решение не так-то много получается, да, вот. Ну и получается, вот, значит, недостаточно развитая система ситуационной ориентации. Несмотря на то, что планируется, что все эти автомобили будут якобы беспилотными, но я думаю, что, конечно же, где-то так называемый
Автопилот можно будет, наверное, отключать, как в любом автомобиле, но это опять-таки все. Вот такой анализ он привел к тому, что, в общем-то, пока не решатся, это опять-таки 5 задач не сразу выделили, как, скажем так, очень быстро, но аэротакси на данный момент сейчас пока вывод такой, что создаст большой хаос. Вот поэтому так заявили эксперты, поживем, увидим. Но в то же время Deloitte советует производителям именно развивать технологии, направленные на автономное перемещение транспорта, и в том числе на местности со сложным рельефом и в плохих погодных условиях. То есть вы понимаете, если плохие погодные условия, вот тут, скажем так, уже не каждый транспорт может, скажем так, поехать, а уж тем более полететь, да, вот. Ну и вот, как вот в этом случае получается, что UST Incorporation, да, она именно вот именно для этого была и создана, то есть для плохих условий, где сложно проходимый рельеф, где сложные погодные условия, где слишком жарко, либо слишком холодно, все, либо где-то горы, где-то реки, вот. И в этом случае UST здесь отвечает именно конкретно всем этим запросом. Поэтому данные трассы UST могут спокойно вписываться в городскую застройку, то есть уже не надо будет бояться, что там между, как в Эмиратах, вот это аэротакси, да, как оно может там не вписаться где-то между, скажем так, небоскребами, вот, либо потерять управление, опять-таки рухнуть непонятно на вот этот вот тоже перенасыщенный, скажем так, людьми и транспортом, вообще всем вот этими застройками, вот, опять-таки, как это все это сделать. Поэтому вот Анатолий Эдуардович говорил, что даже на высоте 70 метров уже прорабатывается такой, или проработали уже, что есть такой заказ именно на высоте 70 метров. То есть, понимаете, видите, спокойно можно натянуть вот, скажем так, струны. Может быть, это будет Юниконт, может это будет, ой, Юниконт, Юнибус, может это будет вот замечательный транспорт двухместный. Вот, выскочило из головы, да. Разработан для швейцарских, да, для швейцарцев был придуман вот такой замечательный, ну, видите, что-то у меня давно не называл, хотя, когда я выиграл, то есть, когда я сделал себе Face on the Future, я именно выбрал вот эту модель. Леш, напиши, как он называется, если ты меня слышишь. Вот. Ну или напишите, кто помнит, да. Ну вот. И Univind, все, я уже сам вспомнил, все замечательно. Вот. Поэтому вот такие вот наземные трассы могут быть вписаны опять-таки в городскую структуру и без масштабных реконструкций и земельных работ. Вот. И к тому же, значит, комплекс UST выгодно с точки зрения стоимости, потому что это несравнимо дешевле, да, вот, и затрат по сравнению с другими, вот, скажем, видами транспорта, который сейчас либо разрабатывается, либо делается, в общем, везде он дешевле. Вы знаете, что Анатолий Эдуардович – это одно из самых больших преимуществ, то есть технология отработана, сделана и к тому же дешевле, вот. Ну и вот получается, что в отличие от воздушных такси, так называемые юнимобили движутся по строго фиксированной колее. То есть в данном случае они не могут туда уйти на уровень, на два уровня вниз, либо в сторону и так далее. Вот. И получается следующее также преимущество. Система управления контролирует ситуацию в сложных, даже в сложных погодных условиях. То есть неважно, там это будет ливень, гроза, допустим, какие-то ураганы, ветры порывистые, да, действительно, для, вы знаете, для воздушного транспорта это очень важно. Вот даже предупреждаю, что, допустим, у нас будет в самолете, если вы летите, говорят, допустим, попадая в зону турбулентности, всегда предупреждают, просят присесть. Вот когда мы, кстати, возвращались из Дубая, то там нам тоже предупредили, что, пожалуйста, в данный момент не двигайтесь, не передвигайтесь без надобности и пристегните ремни. Вот, поэтому большую часть мы сидели именно пристегнутые. Вот, дальше. Противосходная система предотвращает опрокидывание и падение юнимобилей. Вы знаете, у нас там есть колеса, которые двигают, и колеса, которые фиксируют, да. Вот, дальше. Рельсо-струнные эстакады устойчивы к землетрясениям. Да, вот в частности сейчас
страшное землетрясение, которое произошло в Турции, действительно, там все дороги порушены, невозможно транспорту проехать и так далее, все. В данном случае, даже при повреждении опоры, если там попадает где-то в этом случае, да, вы знаете, вот в Эмиратах, допустим, расстояние 288 метров, и в этом случае, даже если одна опора просядет, все равно транспорт останется на ходу, будет двигаться, сохранять работоспособность. Вот, трассы готовы, перевозки, это тоже очень важно, до 50 тысяч человек в час. То есть, понимаете, чтобы перевести такое количество на, допустим, на такси, скажем так, на воздушном такси, так называемом, то это какой должен быть поток, да, то есть действительно поток огромный, огромная, не маленькая скорость, вот в частности UST 150 километров в час, но вы понимаете, если с такой скоростью будут двигаться, скажем так, воздушный автотранспорт, то тормозной путь у него будет очень большой, да, то есть в данном случае здесь, конечно же, может быть множество столкновений. Но опять-таки, благодаря высокой скорости, минимальным интервалам движения, вот, будет также распределен пассажиропоток, то есть не будет скопления, вот, и не будет нагрузка на, скажем так, другие городские сети. Вот. Ну, в частности, скажем так, рассматривалась еще одна статья «Транспортно-инфраструктурные комплексы UST как решение проблем доступности авиахабов». Вот это я взял картинку, у меня есть видео такое, я сам тоже снял, потому что интересно. Это вот, когда мы прилетели, значит, в аэропорт Дубая, там получается, так как он очень большой и огромный, то вот мы прилетели, потом прошли вот к такому, тоже, скажем так, монорельсу, наверное, он больше, хотя тут два рельса и так далее, но тоже такой электро, скажем так, поезд, который движется, там мы ехали, наверное, минуты, наверное, три, наверное, от силы, да, это из одного терминала в другой, и вот тут получается, вот как Анатолий Эдуардович говорит, что 360 градусов осмотр, хотя он, конечно, там в виде поезда, там, я не знаю, вагончиков 5, все, ну, все вот, кто у нас в самолете были, мы, в общем-то, там подходили, там, ну, там, кто-то быстрее идет, кто-то медленно. В общем-то, за два где-то нас, вот за два таких поезда нас перевезло, может, больше три было, не знаю. Я, в общем-то, мы ждали вот вьетнамцев, тоже мы с ними летели из Минска вместе. Вот, один поезд ушел, потом они пришли, мы вместе тоже в другой зашли. Ну, в общем, все удобно, все спокойно, ехать быстро, вот, смотреть, это тоже там все кондиционирование и так далее. Ну, видите, беспилотно. Вот, ну и вот, значит, такое тоже решение, что действительно авиахабы необходимы. Вот нету тут уже, как говорится, предлагаются, да, и автобусы, вы знаете, вот возят, вот нас, допустим, в Минске на автобусе чаще возят, да, вот, и там какое-то такси, кстати, такси тоже очень большой поток, там, я не знаю, сколько полоска, когда вы выходите в первом терминале, там просто такси, 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 они друг за другом идут, потому что все люди вот эти вот, они действительно выходят в такси, и там просто такая, как Москва, наверное, называется, New Москва, да, что там такое, вот просто вот такси все едут, ты садишься, пересекаешь опять, там, ну, не знаю, там рядов, наверное, 8, может, 10 вот таких вот рядов, потому что все люди вот идут с чемоданами, тут же их хватают, указывают, там есть помощники. То есть это все, видите, большой пассажиропоток, чтобы надо развести. Поэтому, конечно, этот необходимо тоже решение вот этих вот проблем всех, потому что автобусы, такси, так, перемещение внутри аэропорта требует, конечно же, много таких реальных решений. Ну вот, и UST компания, да, предлагает вот многоуровневую развязку, да, организовать для движения, скажем так, то есть предложение развязки как движение автобусов, экспрессов, такси, но я говорю, ну вот у Анатолия Эдуардовича вот такой многоуровневый, вот такой вот видение есть, да, то есть вы получаете, что, пожалуйста, эти вот туда поехали, эти сюда, это, ну это так, вот такая картинка сейчас есть, да, поэтому, конечно же, здесь очень большой пассажиропоток может быть и действительно доставлять вот людей как внутрь аэропорта, так и из аэропорта, вот, здесь, пожалуйста, возможностей много, поэтому, скажем так, самое главное, что Анатолий Дурач говорит, что здесь маршрут тоже может прокладываться по прямой, да, то есть по кратчайшей траектории, не надо будет там обижать, как-то делать какие-то развязки, по кругу ездить там и так далее, вот, это тоже очень большое преимущество. И, в общем-то, заканчивается тем, что
создается вот такая вот действительно многоуровневая, красивая, футуристический, скажем так, вокзал, можно сказать так, да, вот где, пожалуйста, в разных направлениях могут двигаться разные, где-то скоростные, если там подальше надо будет, если, допустим, на большее расстояние 500 км в час, где-то со 150 км в час, если надо меньше, значит, могут быть меньшие, допустим, на 4, на 6 человек, на 8 и так далее передвигаться. Поэтому, в общем-то, UST, как никто другой, подходит для организации трансфера в аэропорт и из него по нескольким причинам. Значит, эксплуатация трассы осуществляется круглосуточно, вне зависимости от погодных условий или природных форс-мажоров. В силу небольшого интервала движение обеспечивается провоз большого количества пассажиров, 50 тысяч человек в час, да, до 50 тысяч человек в час. Благодаря минимализации интервала движения сложно избежать, можно избежать скопления людей на станциях. Как вы понимаете, что действительно, когда, как у нас, допустим, если метро в час пик приходит реже, чем одна в минуту, то получается уже идет скопление. Поэтому вот тут получается, что, пожалуйста, вы знаете, у нас там тогда смотрели, что и может быть и до двух секунд даже может быть. То есть вот это вот, да, то есть это напоминает мне, как вот эти такси, они просто одним за другом едут, одно за одним, и люди успевают только садиться, закинуть чемоданы и уехать, и уехать, и уехать. Вот. Вот. Но станция UST также может интегрироваться прямо в терминалы. Вот это тоже очень интересно, что это упростит логистику и уменьшит риск опоздания пассажиров на рейс. Это тоже очень интересное предложение, потому что, в принципе, если вот как мы на этом ехали, монорельсе, да, то есть мы уже все с чемоданами, то есть это вот с ручной кладью и так далее. Мы сели, нас уже довезли, и вот мы тут уже понятно, что уже все, нас проверили, допустим, мы уже ничто не можем где-то откуда-то забежать, потому что все закрыто. Поэтому здесь может даже такое быть, что, чтобы не делать скопление вот этого в аэропорту, как у нас там все, да, вы, пожалуйста, вас проверили, все посадили, допустим, в данные какой-то определенные, скажем так, юнибус, и конкретно прям вот чуть ли не к терминалу туда, как уже спускаться в самолет, привезли. Вот это тоже очень интересно. То есть не будет скопления, это вот нахождение и так далее. Вот. Автоматизированная система, ну, она есть везде сейчас, способна тоже адаптировать интервалы движения. Вот юнимобили под конкретные вылеты, да, рейса, то есть это тоже хорошо. Вот, то есть привозить, когда нужно. Ну и получается, машинное зрение отслеживает ситуацию в салоне, и на станциях также могут быть тоже открытые аптеки, кафе, ну, как любой, скажем так, вокзал или, скажем так, аэропорт. Вот такое вот решение. Ну и еще одна статья, которую я вам хотел сказать, это тоже, это как сохранить ресурс плодородных почв с помощью инженерных разработок UST. Ну, во-первых, вы знаете, что Анатолий Эдуардович этим тоже очень активно занимается, да, то есть есть гумус и есть определенное решение по этому вопросу, вот, в рамках нашего проекта, что действительно, ну, в частности, как я вам говорил, что действительно мы приехали в дом год назад, полтора года назад, он был зеленый, но был не настолько, сейчас уже все заросло и так далее, все там прекрасный оазис посреди пустыни, вот. И действительно, как я просто рассказал, Леша, понравилось, что с каждым разом все будет зеленеть и зеленеть, вся эта вот, скажем так, пустыня вокруг, вот, скажем, где проходит транспорт UST. Потому что Анатолий Эдуардович именно вот это вот и говорит, что это будут оазисы, неважно, это жарко, это холодно и так далее, все это будет комфортно, красиво и так далее. Ну, наверное, холодно там, где проблем больше, вот, но в частности с песком его можно превратить действительно в плодородную почву. Ну, и в частности, что по почве? Именно Анатолий Эдуардович предлагает сделать транспорт, чтобы почвы воссоздать, а на данный момент почвы убиваются. Вот, в частности, сказали, что самое интересное, ну, я не знал эти данные, но вот я тоже такую нашел статью, что по данным ООН лишь 10% земной суши пригодны для земледелия. Вот, поэтому ну, я думаю, что это, скажем так, при нынешних условиях, да, то, что есть, вот оно так. Вот, потому что я думаю, что у Анатолия Эдуардовича есть решение, как говорится, увеличить это количество этих плодородных земель. Вот, ну, в данном случае он так говорит. Дальше.
Один из факторов уменьшения площади плодородных земель – это строительство, соответственно, новых транспортных коммуникаций и расширение существующих. Дальше. Почва также относится к невозобновляемым ресурсам. Вот. Но опять-таки мы знаем, что это возможно возобновляемый при определенных условиях, и в частности при технологии вот Юницкого. Поэтому будем верить, что мы оптимисты, верим, что это все можно все-таки восстановить. Вот. Ну и получается, эффективной проблемой может стать строительство, значит, одно из это направление, да, это надземные трассы, в частности ЮСТ, да, и организация транспортно-инфраструктурных комплексов с эстакадным исполнением позволит максимально сохранить ресурс плодородных земель. Вот. Ну и в частности, вот если, скажем так, говорят, что ну, не влияет, вот железная дорога, вот вам тоже нашел рисунок, этот самый, картинку, где вот показано, как все-таки вот эти насыпи и так далее, они изменяют ландшафт, это не считая, как говорится, дорог асфальтных, что где ничего не растет, ну вот получается, вот видите, автомобильные дороги приводят и, скажем так, к разрушению, да, к химическому загрязнению, вот, дальше попадает это в воды и так далее, все, в общем, проблем большой, кроме того, строятся всякие там мосты, тоннели, развязки, ну, вы понимаете, что как вот принц Саудовской Аравии, он так и сказал, что все строится для машин, а для людей зачастую не остается даже места вообще, даже в городе, да, то есть, ну, то есть в том месте, где человек живет. Вот. Поэтому постоянно думается, как сделать так, чтобы действительно человек и природа жили воедино, а вот этот транспорт, он действительно был бы, скажем так, средством передвижения, а вот не вот это средством разрушения и уничтожения природы. Вот. Ну и в частности, вот видите в нашу картинку из Марьиной Горки, да, где прекрасно существует транспорт, где прекрасно растет травка, где прекрасно движется, вот, значит, интегрирован, очень красиво смотрится действительно, и понимая, что это вот, вот это то, что должно быть. Вот такой подход позволяет, значит, ЮСТ даже в регионах со строгими экологическими требованиями. Вы знаете, из ГУА приезжали, вот тоже там, где парки, рассматривается это в тех местах, действительно, вот в Эквадоре. Мы тогда читали с вами, да, что там тоже, где именно памятников много, где нельзя так вот просто взять и проложить дорогу, где, ну и в частности в Абу-Даби рассматривалось, ну много. В общем-то, поэтому тут очень много преимуществ данного транспорта. Ну и в частности, вот прекрасные яблоки, возможно, это дерево Алексея Наумовича. Он меня угощал со своей яблоней. Ну, вы знаете, что много именно было посажено там яблони, очень вкусные, красивые, и можно заказать эти яблоки, действительно замечательная фотография. Вот транспорт на фоне вот яблони, да. Ну вот получается представительство данных комплексов. Значит, получается, землеотвод сведен к минимуму. Дальше трассы отчуждается незначительная площадь земель. Земляные работы проводятся в малых объемах. Максимально сохраняется плодородный слой. Понятно, что он не разрушается. Да? Благодаря надземной прокладке трасс сохраняется естественный рельеф, ландшафт и биоразнообразие данной местности. И транспорт ЮСТ отличается высокой энергоэффективностью. То есть все автомобили работают на электроэнергии, поэтому загрязнения и, скажем так, каких-то сложностей нету. Вы знаете, даже если там отключилось бы электричество, то все равно есть аккумуляторы, которые доедут, довезут пассажиров до нужной точки. Вот. Ну и в отличие от традиционных автомобилей, не используются, где используются шины, значит, ЮСТ не используют шины, и которые в соприкосновении с асфальтом выделяют опять-таки вредные вещества. И путевая структура, как вы понимаете, не требует обработки при низких температурах химическими там реагентами, соли и так далее, которые тоже плохо влияют на окружающую среду и на человека в частности. Вот. Ну и благодаря, конечно, транспортным инфраструктурным комплексам ЮСТ сохраняется ресурс почвы, остаются нетронутыми природные экосистемы, не нарушаются маршруты миграции животных. Вот у нас коровки, ну, в общем-то, пожалуйста, если там будут лоси
или там, я не знаю, где-то тигры будут передвигаться в саваннах, пожалуйста, вот они, транспорт движется сам по себе, это может быть и какие-то парки действительно, вот где можно наблюдать, смотреть, очень здорово, вообще вот, фантастическая, конечно, эта вот картина может быть, вот. Но опять-таки площади, расположенные по трассам, могут быть использованы для сельскохозяйственных работ, для выпаса скота, вот, подходит для возведения на участках с сложным рельефом местности, пожалуйста, неважно, болото, ущелье, холмы, все это можно провести, да, ну и могут связываться берега рек, водоемов без необходимости строительства громоздких мостов, организации бетонных насыпей и укреплений и так далее. В общем-то, вот действительно красота. Вот, если вы со мной согласны, поставьте десяточки, а то еще сегодня там тараторю что-то так активно, да, то есть про вас, вас не это самое, не включаю в процесс. Вот, поэтому включайтесь, да, спасибо вам большое. Вот, я просто как-то вот так вот представляю, думаю, действительно, люди очень ретроградны, вот, то есть вот, пожалуйста, вот красота, вот бери, делай, строй и... Очень надеюсь, что мы в этом году просто будем триумфально открывать одну бутылку шампанского за другой, потому что действительно очень много людей, с которыми я вот встречался, которые продвигают это, они ну, свято верят в это, что все, скажем так, дойдет. Но вы знаете, что очень часто зависит от каких-то чиновников, которым и так хорошо живется, да, и вот получается вот это вот, соответственно, чиновники заказывают какие-то там, то есть они думают, потом они читают желтую прессу, потом они думают, зачем мне это нужно, мне надо и так, зачем мне эти скандалы там, хочу еще посидеть в теплом кресле, ну и вот так далее. То есть вы, вот, но люди, которые продвигают этот проект, которые действительно болеют душой за него, конечно, мы верим в то, что это все будет и будет, уже есть несколько таких крупных, действительно, договоров подписано именно по президентской программе с некоторыми шейхами и так далее, вы знаете, потому что действительно благодаря именно большой поддержке вот шейха Шарджи, и в частности встречи были и в Абу-Даби, и в Дубае, конечно же, вот эти люди, которые имеют власть, они понимают, что надо что-то с этим делать, и поэтому очень внимательно следят за развитием проекта, ну и, соответственно, не просто следят, но и дали все возможности, чтобы это все осуществилось. Поэтому мы очень ждем, скажем так, что приедет наш, скажем так, юнибус 25-местный вот, в Шарджу, что его все подключат, подсоединят, он будет двигаться со скоростью 150 км в час. Будем просто в восторге и ездить на нем, и продлится дальше трасса и так далее, все. А мы с вами сможем это, сегодня вот в частности встречались, может быть, в ближайшее время мы узнаем, когда будет все-таки Экофест, как он будет проходить, где он будет проходить, сколько количество людей, какие условия. Но сказали, будут легче, чем в Золотом туре. Это вот я вам точно скажу. Поэтому, наверное, кто все-таки хочет побывать, наверное, собирайте все-таки денежку, потому что все это будет, скажем так, если это будет весной, то надо уже готовиться к этому. Вот. Ну и вот еще одна статья небольшая. Все-таки новые конструкционные материалы, что все-таки вот это тоже, как вы понимаете, это было у нас про экологию все, вот, а здесь вот, что же внимание обращает UST Incorporation, Incorporated. И вот меня в частности удивило, что действительно самый главный материал это, конечно же, сталь, вот, и я был удивлен, что именно вот, именно Бурдж-Халифа, потому что, ну, понятно, что там... скажем так, Эйфелева башня, она тоже сделана из металлоконструкции, да, но в частности, вот, что-то как-то я не задумался, да, а вот Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, 828 метров, да, которое действительно тоже сделано из металлоконструкции, конечно, там добавлены разные еще вещества в эту сталь, там карбон и так далее, там, ну, в общем-то, так вот, чтобы она не была очень тяжелой, ну, вот, видите, оказывается, есть вот эти вот технологии. Поэтому, как говорится, вот ищут, что значит, одно это сталь, дальше идет алюминий, он, у него есть преимущество, потому что это более легкий металл, более такой, то есть низкая плотность, низкая коррозийная стойкость, то есть высокая коррозийная стойкость, да, высокая электропроводность, доступность на рынке, но он дороже по сравнению, допустим, с той же сталью.
Вот. Следующий шаг – это композитные материалы, стекловолокно, углеволокно есть, да, полимеры различные. Вот, вот. Ну и вот Анатолий Эдуардович как бы тоже вот эта вот статья говорит о том, что мы используем все, потому что невозможно сейчас привязаться к чему-то. Поэтому испытательный трек, вот в частности, на вашем, то есть на экране у вас, да, он представлен собой уникальное сочетание алюминия, композитных материалов, предварительно напряженных высокопрочных стальных канатов. И вот эта вот фотография, да, вот тут мы видите, она тоже представлена, вот стоит Uniflash, а вот здесь вот, где мы фотографировались, это вот именно вот эти вот канаты, вот на них опираются люди, рядом мы сидим с ним. Это вот действительно, когда вот ты подходишь и смотришь, что их там связка, я не знаю, там сколько, 20 или может больше, и каждый из них уже представляет из себя огромную силу, то прочность, да, то получается, что, конечно же, наши вот эти вот канаты, конечно, они, естественно, то есть наши вот эти вот рельсы воздушные, которые, да, они, конечно, выдержат спокойно вот эти вот 60-тонные юниконты, которые планируется тоже запустить в этом году. Вот. Ну, вот такие вот дела. Поэтому вот тоже такая статья. Ну, и вот, опять-таки, все равно поиск новых материалов — это постоянная работа нашей компании, заявляет руководство UST, вот, цель которой — выйти на рынок с уже проверенными и сертифицированным продуктом. И вот такая красивая тоже картинка там представлена, да, где вот это вот называется этот вот Юнибус, который мы ждем, ну, там Карату называется, и, ну, у нас, который сейчас в шарж идет, он будет вроде бы немножко так подлиннее, да, но в виде, вот видите, огранки Карата такого вот бриллианта. Вот. Ну вот прекрасный такой, опять-таки, вид такой футуристический, конечно, верю, что мы с вами в ближайшее время уже будем лицезреть, потому что сейчас то, что строится в Шарже, тоже очень красиво, там определенный есть стиль, и вот наши анкерные опоры, они тоже в таком же стиле замечательном, красивом, поэтому и красота, и надежность, и, скажем так, все вот эти элементы присутствуют, да, как по Чехову, что в человеке должно быть все прекрасно, да, так и в технологии должно быть все прекрасно. Поэтому я даже не сомневаюсь, что Анатолия Эдуардовича это, конечно же, все получается. Ну вот наш Uniflash, уже несколько вам тоже картинок покажу, как мы там, опять-таки, напомню вам, да, что это очень здорово с этими людьми, которыми ты развиваешь этот бизнес, строишь этот бизнес, вот, созваниваешься, поздравляешь. Вот вчера у Ани, допустим, был день рождения, мы тоже ее всем активно поздравляли. Вот. И самое удивительное, что мой партнер из Дагестана тоже, у нее тоже в этот же день вчера был день рождения, поэтому так у нас получилось в чате такая вот интересная тоже беседа была, поздравление. Я говорю, вот вы две женщины, две в Юскай развиваете, да, в каждом своем регионе, вот, и в один день рождения, поэтому вот такое вот тоже у нас было вчера интересное тоже событие. Ну, вот я опять-таки говорю, для тех, кто, может быть, не видел, а для тех, кто видел, еще раз, вот именно вот эти эмоции, которые передаются, действительно, хочется все успеть, хочется сфотографировать, думаешь, так встал, не так встал, все, не знаешь же, когда там же не предупреждают, там люди, которые были, фотографировали нас, они просто нажимают, вот, кнопочку, и тут уже, как говорится, видите, я тут и в капюшоне, и в кепке, и в очках, все, потому что уже, как говорится, вот, а вдруг не успею, а вдруг вот надо, поэтому такие иногда получаются фотографии, да. Ну вот, мы тоже очень эмоционально тоже, когда ездили, когда нас катали, все, конечно же, очень тоже довольны, потому что уже это не первый раз, уже как-то эмоции начинают, скажем так, уходить, а появляется уже осознанность, что это все ездит, все здорово, все вот как было полтора года назад, так вот он и ездит, и покатает, и все новые делегации едут, и это все очень здорово, да, вот, ну вот, так что, вот, почему не выключился или что такое, ну, уехал, да, вот, ну, вот мы тоже с Таланбеком, как я говорил, это очень здорово, кресла очень удобные, очень комфортные, хочется ехать дальше, да, то есть это, скажем так, приятная внутри комфортная обстановка, то есть свежий воздух такой, кондиционер работает хорошо, все, движение плавное такое, ну, очень-очень здорово. Поэтому, конечно же, на Экофесте, который будет проходить в Шарже,
узнаем мы в ближайшее время, в какие сроки, да, то, конечно же, все смогут прокатиться, посмотреть и сами ощутить. Но надеюсь, что и 25-местный юнибус тоже будет там находиться. Вот такой вид из окна. Опять-таки, говорю, на улице жара, на улице песок, вы видите, раскаленный там, да. Вот, ну, внутри замечательно, очень все здорово это, скажем так, находиться вот и осознавать вот то, что происходит. Ну, опять-таки, вот наша команда, которая разделилась, вьетнамцы, не вьетнамцы, да, вот, мы тоже очень дружны, переписываемся, перезваниваемся, вот, и, конечно же, находимся в таком, в позитивном настроении, особенно вот после таких поездок. Поэтому, друзья мои, вот наша команда, которая, видите, какие красивые все-таки у нас вот эти анкерные опоры, вот, трасса очень впечатляет, картинка не передает это всего, да, но когда ты смотришь вот это вот, поднимаешь глаза, задираешь, думаешь, боже мой, как это фантастично. Ну, видите, и красиво, и эффективно, здорово, и я говорю, действительно, вот, ну, эти фотографии, наверное, когда-то будут уже смотреть наши внуки и говорят, боже мой, как это все начиналось, а сейчас по всему миру ездит. Когда-то, как вот, как в гараже у Стива Джобса тоже, никто не знал, никто, может быть, и не верил и так далее. Но потом, когда это все случилось, уже просто фанаты айфонов, разделился мир. Особенно молодежь любит айфоны. Так что, я думаю, молодежи, вот это они будут говорить, как вы ездили без USD, как вы жили без USD. Да, замечательный лозунг, поэтому вот. Да, такой вот Дубай красивый. Еще будет красивее, когда он будет с транспортом. Вот, наши эмоции, вот, и наши, и наш лозунг «Юскай, запускай». Леш, выходи. Вот, Леша не хочет выходить, да, ну вот. Да, «Юскай, запускай», я тут. Ну, очень, очень красивая презентация сегодня, прям слайдики такие и с яблочками, и с новыми строениями красивыми. Действительно красивые фото, красивые опоры, как ты говоришь. То есть все очень красиво, душевно. Вот, ну и каждый раз смотришь и наслаждаешься. Вот, так что, да. Да, я просто тоже вот говорю, когда сравниваешь вот транспорт и так далее, особенно вот когда красивые машины едут, да, по дороге все. Ну, вот у нас сейчас у мамы красивый дом, красивый двор. Вот кто-то пригнал, ну, старую, я там не знаю, там она уже что там, это, Opel или что. Номера сняты, стекла разбиты. Вот ее просто привезли, бросили, вот она там стоит и вот гниет и так далее, да. То есть вот сколько такого транспорта, иногда вот едут по дороге, там дымят, гудят страшно, да. В общем-то, да, и получается, что пришло время, как ты правильно говоришь все время, что мы вот подумали, вот сейчас каждый сидит в своей теплой квартирке, либо даже может ехать где-то смотреть в телефоне, да, все это вот это, также с переводом денег все гораздо проще, с получением информации, а транспорт у нас, вот если куда-то доехать, вот я говорю, это вот сутки уходит, даже если прямой самолет, но я говорю, это мы вот выезжаем заранее, пока едешь, пока регистрируешься, пока то, пока сё, пока сел в самолет, пока перелетел, потом опять и так далее. Это еще самолет, да. Если уже брать поезда, которые там неделю идут, допустим, да, или даже в ту же Москву, да, то есть на Юскай будет это полтора часа, а так мы все равно не меньше 7-8 часов тратим, чтобы вот доехать до Москвы. Опять-таки в разные бывают вагоны, да. И разные бывают. Ну, это когда как раз к тому вопросу, что сегодня обсуждали, где же проводить лучшие кафесты, там в Эмиратах или здесь? Вот куда добраться, куда проще добраться сейчас? Да, вот, для Европы вот получается проще в Эмираты. Да, у нас дешевле проще, да. Да, у нас сейчас вообще нам сюда, конечно, вьетнамцы любят и нашу, скажем так, страну, да, но когда они приехали, тоже сказали, что... Что тут вот организовали? То есть организаторам были вопросы, зачем тут организовывать в нашей стране сейчас вот такое вот мероприятие. Поэтому, ну да, в общем-то, нам, конечно,
проще белорусам. Вон, собрались с Лешей, поехали и погуляли там, и там не пустили даже туда. Мы погуляли в акварели хорошо, да, все это для людей, которые... Вот, поэтому нам хочется в Эмираты. Поэтому я, конечно, тоже очень хочу, чтобы в Эмиратах Экофест состоялся. Ну, конечно, там 5 тысяч навряд ли будет человек. Вот. Но ждем, какие будут условия, что, как, чего. Вот, а так, конечно, обсуждения уже идут. Угу. Так, это я хотел отключить запись. Вот. Ну что, Леш, тогда вот такие вот дела. Что-то есть добавить? Ну, в принципе, вроде нет. Если есть вопросы какие-то, ребят... Да, спасибо вебинар вам. На бис. Спасибо вам, да, за слова добрые, да, благодарю. Да. Вот. Вебинар, действительно, я как-то так спокойно. Вчера еще не знал, что делать, а сегодня как-то взял, спокойно так сел, стал составлять. И действительно, очень красивые получились и картинки, и как-то все так легко. Спасибо, наверное, я тоже соскучился по вот этим вот презентациям. Вот, скажем так, Леша вел тоже в прошлый раз, и я говорю, что казалось, ну все уже вроде сказано, да, а сегодня совершенно новая информация, поэтому очень здорово, что мы с вами все-таки встречаемся, собираемся, делимся с вами новой информацией, вот, и будем ждать уже информацию по, скажем, Экофесту.